Функция удержания газа поможет спасти наши пальчики и руки от случайного прикосновения к стеку газа. Реализуется очень просто. Заходим в микшеры. Выставляем включено. Выбираем третий канал. Здесь также третий канал. Сажаем все это дело на выключатель А, либо на любой другой. Дальше верхнее значение выставляем -100%. Нижнее +100. Дальше при опущенном стеке газа нажимаем и удерживаем кнопку. Все. Проверяем. Так, функция газа активирована.